приступить к спецгашению. Специальное гашение, сокращенно спецгашение, мероприятие, организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты. Для Тихвина одной из таких памятных дат стало 28 августа. В этот день городское отделение почты встречало гостей в лице советника главы Тихвинского муниципального района Станислава Смирнова и начальника Тихвинского почтамта Оксаны Хапцовой. Далеко не каждый город удостаивается чести быть запечатленным на монетах, на марках, на открытках, на конвертах. Это города, которые являются историческими, которые являются славными, у которых есть богатая история. Когда-то пройдет какое-то время, и эти конверты, эти карточки почтовые, они станут раритетами, за которыми коллекционеры будут гоняться. Я, как человек, близкий к коллекционированию, правда, моя тема – это нумизматика, а не филателия, очень жду, когда появится и 10-рублевая монета «Тихвин, город воинской славы». В этом году она должна быть отчеканена. Это очень значимое событие, и это очень здорово. В это время люди с конвертами в руках терпеливо ожидали представления заветного штампа. Стоит добавить, что этот штемпель действовал в течение суток, но все заинтересованные филателисты даже за столь короткое время успели приобрести заветный атрибут для пополнения коллекции.